все-таки выпьем. Короче говоря, китайский Новый год. Это было обычное утро, а может быть и не совсем обычное. Зазвонил будильник, я проснулся, ударился головой о тумбочку, было больно. Но больнее было осознавать то, что сегодня китайский Новый год, а у меня еще ничего не готово. Я решил залезть в интернет и узнать, что китайцы готовят на Новый год. Увидел слово «дяоцзы». Короче говоря, это обычные пельмени. Рецепт. Мясо говядины. Ну это не сложно, но нифига не бюджетно в Китае. Капуста пекинская. Неужели за ней необходимо ехать в Пекин, подумал я. Лук зеленый, корень имбиря, черный перец, листья цветка рафлезии. Что? Цветок рафлезии? Ну ничего, я не стал медлить и отправился в магазин. Я пришел в магазин, начал собирать ингредиенты для пельменей дяоцзы. Это явно не то, что нам нужно. Это что такое? Фу, ну это точно не для нас. Сочно, но нам не подходит. О, говядина. Есть. Капуста пекинская. Лучок. Неожиданно в магазине я встретил Настю. О, привет. Я понял, что у Насти китайский Новый год уже начался. Поблагодарил ее за предложение, но сказал, что мне некогда и у меня еще ничего не готово на стол. Тем временем я нашел все ингредиенты, кроме этого долбанного цветка рафлезии. Я пришел домой, решил узнать, где можно достать этот цветок. Я хотел написать Насте и спросить у нее по телефону, но вдруг в дверь постучали. Я пошел открывать. Я понял, что помощи от Насти ждать не стоит и решил сам загуглить в интернете, где растет этот цветок. Узнал, что этот цветок растет только в Малайзии. Тем временем до Нового года оставалось 7 часов. Ничего, успею, сказал я себе и решил отправиться в Малайзию за этим гребаным цветком рафлезии. Приехал в аэропорт, взял билеты. И вот я в Малайзии. Ого, а тут тепло, море, белоснежный песок. Так, черт, а зачем я здесь? Ах да, цветок. Я стал бродить по пляжу в поисках цветка. Я бродил долго. Очень долго. Совсем долго. Настя? Ну что, может все-таки выпьем? Короче говоря, китайский Новый год. Передаю привет всем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, меня укачивает немножечко, очень высоко. Все, всем пока, всех люблю.